Краснооктябрьском районе завершается строительство самого крупного в Волгограде водоочистного комплекса, который после открытия в декабре 2017 года будет обеспечивать качественной питьевой водой жителей 6 районов города. О современном коммунальном объекте, на котором применены новые технологии системы безопасности, расскажет Татьяна Крючкова. На макете новые очистные сооружения выглядят как небольшая фабрика среди зеленых насаждений. Но это лишь видимая часть огромного коммунального предприятия, которое будет перерабатывать около 200 тысяч кубометров волжской воды в сутки и снабжать ею большую часть жителей Волгограда. Но это будет к концу года, а пока на земле и под водой ведутся монтажные работы по сборке оборудования. Работы на новом объекте очистки воды выполнены почти на 80%. Практически полностью готовы к работе трансформаторная подстанция, блочно-модульная котельная, насосная станция, часть внутренних сетей и резервуар для чистой воды. На хлораторной станции в цехе водоподготовки вот-вот начнется финишная отделка и уже идет наладка электрооборудования. На данный момент готовы вводить первую и вторую очередь нашего объекта. Значит, значительный объем работ выполнен под водно-техническими специалистами в реке Волга. Насосная станция первого подъема, насосная станция второго подъема, она готова к пусконаладочным работам. Построили трансформаторную, также провели пусконаладочные работы. Напомним, старый очистной цех, проработавший более полувека, изношен почти полностью и через год-два мог прийти в аварийное состояние. Поэтому график строительства нового грандиозного сооружения под строгим контролем. Случившаяся при прокладке туннеля авария, когда траншейный механизм натолкнулся на железные конструкции и был поврежден, создала отставание на 2 недели и вынудила скорректировать план работ. Но это, по словам специалистов, не повлияет на дату пуска станции в декабре этого года. Параллельно идет замена всей водопроводной городской сети. Есть уверенность, что высокое качество воды изменит жизнь горожан в лучшую сторону. Как известно, потребительские свойства питьевой воды влияют на здоровье людей. Благодаря пуску нового очистного комплекса изменится и городское пространство. Импульс для развития территории получат Дзержинский, Краснооктябрьский, Центральный, Ворошиловский и Советский районы Волгограда. Их инфраструктурные и социально важные объекты станут более привлекательными для инвесторов. Объекты такого класса, они поднимают уровень, качественный уровень жизни населения. Это качество воды, это надежность, это гарантия. Поэтому абсолютно правильное направление развития города. Это, такие объекты дают возможность развиваться городу. Очень хорошее дело, просто социальное, значимое. Вот такие дела именно для жителей города, конкретно для жителей города. Новый подход применен и для контроля качества. Любые отклонения от нормы можно будет устранить почти мгновенно, лабораторно, и на том участке, где оно произошло. Современные технологии позволят вести контроль круглосуточно, так же, как и осуществлять подачу воды. Татьяна Крючкова, Виктор Хиврин, Вести 34.